Здравствуйте, дорогие подписчики третьего моего канала, с вами снова Кром, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Metro Last Light. Мою хпшку восстановили, спасибо вам. Чуть не умирал. Тут что-то странное. Погоди. Что? О чем ты говоришь? Я должен увидеть. Ну давай, пока ты видишь, я возьму у него фильтр. Я слышу, что-то огромное шагает. Опять что-то такое нехорошее, похоже. Так, есть. По следам пойдем по красной штуке. Боже, какая странная. А, это демон. Демон. Но демоны не шагают. Демон утащил эту штуку, которую я ненавижу. Так, а нам да, мы на земле, хорошо. О, опять ты, блять, давно не виделись. Как дела у тебя? Отойди от трупа. Это мой труп. У него аж две штуки этих, отлично. Не зря дрался. Не зря. Так, опять демон там где-то снует, по-моему. Тут дерется с ними. Что там происходит? А, они типа убегают куда-то. От чего они бегут, интересно? Вы что это, ребят? Куда-то мигрируете, что ли? Или что это за движение такое странное? Ладно, нам не сюда. Пошли вперед. Опять по красным штукам. Я слышу что-то тяжелое. Такое неприятное. Тихо, 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 тихо. Держись, Артем. Не падай духом. Ой, опять эти твари. Ну что вот вам надо? О, это вторая, они дерутся. Давайте, давайте. Он ее утащил. Ладно. Главное, чтобы я был вам не интересен. Делитесь между собой. Я так мимоходом прохожу здесь. Блять, я слышу, как будто кто-то рычит. С разных сторон причем. Здорово, ребят. Не надо. Я вам говорю, не надо. Я сделал плохое дело. Но я не знал, как избежать драки с ними. Они сами лезут. Чё это им надо? Ничего, что я по водичке пройдусь? Нормально. Мне кажется, просто здесь есть что-то. Я был прав. Блять, отовсюду страшные звуки. Хреново. Так, нам вперед. Куда-то туда. Так, перезарядимся. Тихо-тихо-тихо. Это вот эти вот бегают твари. Но мне все равно страшно. Мне все равно во все оружие всегда. Потому что... Блудивоус. Что-то огромное, слышите? У меня аж камера трясется. Что это такое? Где ты есть? Меня игра прям потихонечку ведет к тебе. Рано или поздно я тебя найду, я так понимаю, да? Оп, блядь, даже не думай. Плохая идея, ребят, вот так вот делать. На вашем месте я бы так больше не делал. Блять, эти крысы непонятные. Или что это? Вот еще парочка. Вы же не на меня, да? Они от меня идут. Ну и пускай. И куда вы бежите? О, подняли тревогу. Так. Вы нахуй совсем забыли, блядь. Что, с кем вы деретесь? Дурачки. Пошли вон. Сукины дети. Втроем. Вот, вот так и лежите. И не надо мне выпендриваться. Оп! Не успел. Ты прям подождал нужный момент. Это... Что такое? Что такое? Кого они испугались? Кто это был? Так. Я ничего не понимаю. Аккуратно, ладно. Постамент какой-то. Все еще слышу, что кто-то дышит. Кто-то заколол этих, кто-то в них стрелял. Давайте поменяем свой противогаз на новый. Ну и в принципе все. Здесь можно пройти, типа, нам сюда, нам сюда. Мне кажется, что здесь что-то есть. Ну ладно, пошлите вперед, короче, хватит уже титьки мять, как говорится. Пойдемте вперед. О, привет. Еще животное. 5 хилок. Я набрал, пока шел, хорошо. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Потихонечку. Посмотрим, что там впереди.
Мишки? Мишки! Три медведя. Пять медведей, маленьких медведей. Медведь! Это мамка, походу. Мамка отогнала их. Ладно, пошли вперед. Ой, блядь, она огромная. Я не знаю. Давай мы не будем драться. Вот сейчас я хочу избежать драки. Пожалуйста, давай не будем. Я чувствую, что ты очень жесткая. Конечно, я бы с тобой не хотел драться. Очень бы не хотел с тобой драться. Но такое ощущение, что вот это вот место, это арена. Специально для драки с ней. Я не хочу драться. Давай не будем, я тебя прошу. Не надо. Она защищает детей. Ой, блядь. Осторожно. Да мне не нужны твои дети. Нет. Блядь. Как? Иди нахер. Дай бежать, дай бежать, дай бежать. Что со мной происходит? Что со мной происходит? Она меня тащит. Ой, пизда мне. Меня что-то зависло, походу. Вы видели это дерьмо? Как выживать-то тут? Так, походу надо брать что-то быстрое. С той штукой я не убегу. Так, еще раз. Если я возьму это, я не быстро бегаюсь. Вот это чуть быстрее. Ладно, попробуем с этой пушкой. Окей, еще раз. Тут болото везде, я не знаю, куда здесь бежать. Она защищает детей. Пускай идет нахуй. Мне не нужны твои дети. Мне не нужны твои дети. Мне не нужны твои дети. Пизда. Иди нахуй. Большая жирная жопа. Я не хочу с тобой драться. Оставь своих детей себе. О, нормально, отвисла игра. Вот я в тот раз. Блять, просто к черту. Просто к черту иди. К черту. Блять. О, на нее еще нападают. Ребята, ребята, идите деритесь с ней. Вот защищай детей там своих. Хорош. Бережет спину. Там она беззащитна. О, спасибо. Блять, кто? Идите деритесь с ней. У вас там свои терки. Нахер я вам сдался? У тебя спина, говорят, слабая. Слышь? Хорошо, я тебя по спине настрелял. Правда? А, сука. Не бей, не бей. Все, я взял нормальную пушку. Все, бежим. Не бей, пожалуйста, я тебя прошу. О, пускай дерутся с тобой. Ой, еще на нее бегут. Ой, хорошо. Добивай эту сукину дочь. Я стреляю куда-то. Нормально он настрелял ей. Не убивай меня. Не убивай. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Блять, от нее не убежать. Такая хуйня огромная. Блять, спину подставь, пожалуйста, а. Блять, я не хочу разворачиваться. Я знаю, что там будет. Я не буду разворачиваться. Я не дурак. Не надо, не надо. Мама, мама, не бей. Блять, прямо за мной бежит. Что делать? Развернусь, смерть. Та 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 Прямо в упор стоит. Я не знаю. О, ребята опять начали нападать. В спину ей, в спину, в спину. Хорошо. Я постарался пострелять там. Не убивай, не убивай, не убивай. Мама, 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 мама. Я прям по спине тебе попадаю. Ребят, нападайте ее. Фас, фас. Она мертва? Опять у нее спина открылась. Я попал по спине, по-моему, да? Попал. Хорошо нагрел ей спину. Она убежала. Наконец-то, ёб твою мать. Я не хочу с ней драться. Вы видели это? Так, ты давай нахуй не наглей, дурачок. Вы видели это дерьмо? Просто. Я теперь за ней должен идти. Она типа своих медвежат защищает. Так. Значит, я прохожу, ты меня не трогаешь, я тебя не... О, твои медвежат. О, они ее доедают. Вы чё? Совсем потеряли нюх? Ну-ка нахуй от нее. Покажи им кузькину мать. Все, мы с ней подружились. Теперь она меня охраняет. Я сделал доброе дело. Надеюсь, она это запомнит. Блять, ну и драка, конечно, была жестокая. Ладно, я еще жив остался. Пиздец, блядь. Какая она огромная. О! Я иду. Это кто?
Слава богу. Мельник. Кто это с тобой? Неужели... Опа, это... Ребенка без противогаза. Что за... Привет, ребят. Да, это он. Это он. Дитя нового мира. Черный. Нет! Не-не-не. Бесполезно, полковник, я пытался. Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. А что значит скажи желтый? Ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? А, забудьте да. о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ага. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Мельник, ты с ума сошел? Ты же нормальным парнем был. Ты тоже его убить хотел. Что с тобой случилось? О, я понимаю его. Ага. Вижу его мысли. И слышу твои, Артем. Ну поцелуйся с ним тогда. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артем. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Ну, что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя всех звали. Кого, я меня? Слышу. Открой. Я не хочу. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? А что внутри? Ты знаешь? Вот ты. Ёпта, он открывается. А там черные. Мои. Они там. Они спят. Целая да куча. Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Нет. Им пора жить. Не надо. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем Психи. Себе дверь. Там смерть. Рядом. Вокруг. Но я должен. Иначе... Останусь один навсегда. Останься один навсегда. Ты знаешь, твои родители помоги не очень нам, хорошо. И мы поможем тебе. Я сделаю. Что я надо? Не согласен. Я должен их разбудить. Мельник, блядь, что происходит? Что-то придумаем. Поживее, мухи сонные. Мухи сонные. Мельник, там пиздец. Они хотят их разбудить. Пиздец. Мы это делали, теперь они хотят все это разрушить. Я не за это. Я не верю чёрным. Не верю ни за что. Они, блядь, нас поработят за полковник, это. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все не коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Не надо. Придется. Тогда он выручит нас в полисе. Ага, значит, выручит. Берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. Мельник, ты что, дурак? За мной. Там черные. Ты бы хрен открыл, если бы знал. Чем мы ему правду не скажем, а? Мы обманывать его будем, блядь? Ты хочешь целую... Опять кучу этих черных? Опять проблемы? Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг. Лёш, ой, этот Артём, блядь, тебя обманывают. Освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Ну, пошли попробуем. Я сделал очень много хороших дел. Про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роте. И пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. Понятно. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Убил бы людей? Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит, Орден? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета.
За мной. Все очень плохо, короче, я тебе так скажу, парень. Тебя убьют, я это сразу говорю. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Секретные делишки какие-то. Как вам наш этот попутчик? Вы знаете, что это черный? Маленький. Только черный. Бы пронесло. Да, я чувствую, сейчас какая-то жопа будет. Я почему-то уверен в этом. Здорово, ребят. Классная у вас броня, мне нравится. О, красный здесь. Справа Рейх. Что те, уроды, фу на вас. Что те, фу на вас. Фу, ужасно. Зигует еще. Ба. Красная линия. Разделились. Вместо того, чтобы в метро, да, быть вместе, они разделились, идиоты, на красных и черных. Готовься, Артём. Держись вместе. Рядом с малышом. Вместе держаться надо. Мир во имя наших детей. Ура! Вы лжете! Ах, сходу, нормально. Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить. Артём! Малыш, ваш выход. Давай, пошли, расскажем вам, что он урод. Ты меня-то пытал, да, сука? Фу на тебя, блядь, просто фу на тебя. Расскажи, что он урод, всем расскажи, пускай все увидят. Куда ты бежишь? Оп, все, попался, который кусался. Сейчас посмотрим, что он там расскажет нам. Я в его мозгах? Что товарищ там? Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Так, так, так. Неудобно, неудобно. А тут ваш что? Брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему. И боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Ага. Козни вокруг него строил, значит. Он. Тут что? Девушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Это его брат. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Я не знаю, что сейчас будет. Оу, отравил своего брата. Что? Но ты мудак. Жесть. Единогласно. Генеральным секретарем ЦК КПРФ избран Москвин Максим Петрович. Молчишь? Что смотришь так на меня глазами своими честными? Да, ты, конечно, тот еще дебил. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Да нет, это ты, мудак. Вокруг тебя интриги полетят, а ты даже не видишь в упор. Идиот. Стыдно, стыдно. Прости. Прости меня. Андрюш. Дальше следующую дверь. Нет мне прощения. Нет тебя, действительно, да умри. Ты все равно. Да хватит нытье, слушай. Закрой дверь. Понятно, что он дебил. Ну чё? Теперь вы кое-что знаете. А про как он меня отпытал, жалко что не было. Это? Что было? Я вслух... А, ты все так, сам. Значит, и мне что-то подсыпали. Ага. Как брату. Да. Отравил брата своего. Жесть, просто да, что. Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Д6 штурмует. А там
вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель. Прикажите, отзовите войска. Или ну, что, как вам красные, ребят? Как вам красные? Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Д6 мы не отдадим. За мной. Вперед. Хреново. Вперед, блядь, спасать Д6. Какого хуя? Куда Спарта смотрит? Почему вообще разделиться метро разрешили? Какие нахуй красные, какие нахуй черные? Вообще зачем все это? Когда людям хуже всего, нужно сплачиваться. Когда людям тяжелее всего, им нужно держаться вместе. Вместо этого они войну ведут. Ну совсем ебанутые. Этих людей ничем не спасти, походу. Понятно, почему происходит это все. Понятно, почему произошел этот взрыв, почему все это происходит в принципе. Пока. Мы еще увидимся. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Да. Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Спасибо. Это, конечно, классно с твоих слов, но ты черный. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Вернулись с того, с чего начали. Д6. Мне дали хорошую такую броню, судя по всему. Очень сильную. Мое оружие еще при мне. Классно. Только я вот не знаю, хватит ли этого оружия. Сейчас будет мясо, похоже. Много у него в распоряжении краснобузов-то? Так, сейчас будет какой-то брифинг последний, судя по всему. Простите, пожалуйста. Важные, очень важные слова сейчас будут говорить. Там все плохо. Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. С трех? Бойцы! Ребята! Их сколько там? Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Да. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Все верно. Мы сделаем это. Спарта! К бою! Ура! Спарта! За Спарту! Бить уродов краснопузых! О, патроны. Хватит там возиться! Давайте сюда! Все пули мне дали фул, на фул, абсолютно все. Все в порядке по снаряжению у меня. Ребят, как у вас там? Все перезарядили? Перезаряжайтесь, я уже все. Я уже готов. Готовься. Я вот за эту штуку встану. Свет выключили. Зачем? Друг резервный, видимо, отключился сам, что ли. Смотри, мы даже палки поставили. Неужели они их пробьют? Ёп! Они сейчас взорвут все. Ложись! О, вот он, взрыв этот. Я же сказал, ложись. Команда, что вы делаете? Так, пошли красные. Блядь, зачем ты встал с этой стороны? Минус один. Так, спрятался. Держимся, держимся, блядь. Не даем им пройти. Блядь, не могу попасть. Пиздец. Все позиции хорошие заняли. Держу тогда по фланку, посерединке. Не даю зайти. Смотри, что делают. Эти страшные ублюдки. Зачем я это сделал? Сними. Я хотел гранату кинуть. Пиздец. Наших ребят убивают. Это что такое? Это какая-то херня серьезная. С чего они стреляют? Живой!
пошли, чувак. Я не дам им тебя забрать. Хрен они доберутся до нас. Пошли вон, уроды. Врагу не сдается наш гордый варяг. Держись, у тебя знакомое лицо. Я тебя знаю. Оу. Блядь, сколько же наших полегло. Я вижу, что мы под обстрелом. Слушай, я, наверное, возьму вот эту пушку и расскажу им, что они неправы. В упор, если будут подходить... Ой, я сейчас умру. Ребят, вот придержите. Придержите коней, мы не пустим. Минус я. А как я должен там стоять? Там, ну, вы сами видели. Это полный пиздец. Конечно, провод ходит. Я только высовываюсь, там сразу же меня накидывают. Жесть просто. Просто жесть. Надо бы отходить по-хорошему, на самом деле, все правильно. Так, я попал по голове одному. Второму по голове попал. Только мне тоже по голове накидывают. Так, внимание, килюсь. Так, огонь, огонь, все дела. Сейчас я им туда накидаю. Гранат. Блять, нет! Минус я. Бля, повезло. Тупо повезло. Я нашел свое укрытие. Блять, вот что ты здесь делаешь? Я в укрытии, все нормально. Все в порядке. Пиздец, там просто такая каша происходит. Я не знаю, что делать. С той стороны нас не нападут снизу? Тихо как-то все. О, опять. Это... Что это такое? Это танк? Ёб твою мать. Надо что-то взять. Крупнокалиберная. Куда стрелять? Займись танком. Легко сказать. Куда стрелять танку? Я вроде пытаюсь. Я не могу пойти. Ой, бля, больно. Ребята, держитесь. Тупо держитесь. О, колесо горит. На по колесу. Не знаю, это дает что-то? Блять, они так накидываются жестко. О, я нашел! Сломал! Вроде пока все. Ай, блять, больно-то как. Еще что-то горит? Там чувак, по-моему. На тебе. Не вижу ничего. Абсолютно. Перезарядка. А колеса, возможно. Колесо, да. Колесо отлетело. Так, внимание, я перезаряжаюсь. Ну, точнее, хп свой перезаряжаю. О! Минус танк. Давайте. Они убегают. На, блядь. Крупнокалибер. Хорошо. Внимание! Они опять. Так, сейчас я крупную калиберную меняю обратно. Доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых. Наши сопровождают их до точки эвакуации. Отлично. Перегруппироваться и приготовиться. Так, я готов. Парень, ты как? Хреново. Все горит, блять. Еще дальше группироваться? Куда уже? Это что за миниган? Р, чтобы на раскрутить. Давай. Ну, поехали, блядь. Вот сейчас вам точно пиздец. Только попробуйте. Они надымили специально. Кто хочет? Только вылезите. Это ракета. Мимо. А вот это уже... А-а-а! Опасно. Ага. Я начинаю попадать. Фу, это тяжелые ребята. Хер я им дам пройти здесь. Умирайте, сукины дети. Я стараюсь экономнее сажать. Туда, блядь. Пошли вон. Метро наше. Оно для людей, а не для красных, белых, черных. Оно для всех. Я за это воюю. И все больше и больше. Блядь. Пули-то не вечные, я так понимаю. Умирайте! Уже! О! Наши ребята туда идут. Что ты делаешь? Ты что, псих? Так, этот готов.
Блять, а похоже пучка-то вечная. Я их не пущу сюда. О! С кем стреляемся? Никого не вижу. Что-то едет? Это что такое? Спарта, блядь, какая-то. Я по кому-то попал там. Так, у меня 71 пуля осталась. Стреляю как могу. По-моему, их не пробить. У них там кровь аж хлыстает оттуда. 20 пуль. Так, ребят, у меня есть идея. Как насчет гранаты им туда засунуть? Одна сторона пробилась. Кидаю туда гранату. Еще одну. Отойди оттуда. Нормально им туда. Я им сейчас накидаю, они, блядь, посуду. Расскажут нам, как они там. Да-да-да, их почти нет. Давайте, ребят, дожимаем. Патронов здесь нет, к сожалению, поэтому... Или есть? Не, были патроны, на самом деле. Ну ладно. Кидаю еще. Не пущу их сюда. Хуй они сюда дойдут. Спартанцы хреновые. Ваши щиты не вечны, как и вы. Тупо не пускаем их сюда. Он без щита остался. Ха! Изи-пизи. Кажется, справились. Молодцы. Молодцы. Опять, блядь, да сколько их? Ребята, думал, до этого не дойдет. Но дошло. Комплекс заминирован. Мы взрываться будем? Т-6 нам не удержать, это ясно. О, нет. Остается взорвать. Ясно, я не хотел этого. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ха, неплохо. А я могу патроны взять отсюда? Нет патронов, жалко. Что-то едет опять. Это еще кто? Черт! Неужели? Блять, поезд что ли? О боже! Вот это пострашнее будет. Нихуя себе приехал. Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо Ксерксом себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. Вот вы красные заразы. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Ногу оторвало ему. Почти целый. Артём, время пришло. Ребята, а блядь, тут кто у нас? Вы идете с нами. Прыткий молодой человек. Быстрее. Ну-ка, спаситель метро. И куда это мы ползем? Твоей смерти, дурачина. Туда. Остановите его! Все. Мы идем вместе с вами, ребята. Тупо вместе с вами погибнем. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Не знаю, хорошая это или плохая концовка. Но это так все. Так твой папа победил врагов и спас метро. О, я еще ребенка успел папа сделать. Папа был храбрый. Он был самый храбрый. Потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли. Но обещали вернуться. Карлосоны. Только черные. Черные, блядь, Карлосы. Нехорошо это, нехорошо. Это еще боком выйдет для нас. Пока-пока, Негрила. Всего тебе хорошего. Не убивай людей, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что ж, дорогие подписчики, на этом все. Метро, Last Light. С вами был Кромвелл, ребят, всем спасибо за внимание. Я буду заканчивать как можно быстрее, потому что я не знаю, судят ли за эту музыку. Поэтому всем спасибо, всем пока.